think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят! Ну что, я думаю, вас порадовал некоторыми сегодня видосами. Реально кайфовые темы, есть изменения. Будет отдельный видос по поводу обновления всего, что я думаю по этому поводу. Возможно, завтра. Сегодня я решил еще записать один видосик. Немецкий бездонат, ребят. Вот он, самый реальный трешовый немецкий бездонат. И не за осколки собрано. Не за осколки с... Я имею в виду не за осколки с острова, а получено офигенными бездонатными акциями. И этот аккаунт реально топовый. Но перед тем, как мы его пойдем смотреть, поставили по лайку, подписались, кто не подписан, поставили колокольчик, чтобы приходили все оповещения, подписались на второй канал, где я играю другие игры. Поехали, посмотрим, что сегодня есть на немке. Вот такой вот пиратик. Ну, я считаю, это вообще топчик. То есть тут всегда обновляют его, есть возможность собрать Зефира, Розу, Огника. Вот, вот где самый плюс. Но это такое. Сейчас я вам покажу одну очень-очень офигенную акцию, которая опять вернулась на этот сервер. И что я могу сказать? Немцы просто офигенные пацаны. Почему? Вот поэтому. Посмотрите внимательно на этот календарь. Если вы не будете пропускать... Вы будете успевать. Во-первых, вы получите вот эти вот плюхи. Раз в сутки надо заходить. До 14.03, ваш, ребят, до 14.03 он будет. 24 дня. 3 на 8, 24. В общем, заходите, забираете каждый день плюхи. И в итоге вы имеете возможность получить четвертую карту на халяву. Ну, помимо этого, у вас вот просто бомбическое количество акций. И вот эти вот камни, которые, в принципе, дают возможность без донатом осуществить свою мечту и собрать намного быстрее донатных героев. В общем, поехали. Покажу вам сейчас этот аккаунт. Но перед этим сейчас мы зайдем, глянем четвертую карту, что же оттуда можно будет получить на халяву. Я, конечно же, на своем аккаунте тоже буду пробовать забирать ее. Так, блин, тут нету карты сейчас. Обидно, обидно. Нельзя ее посмотреть. Так, ну, в общем, там Космо, там топовые герои. Землеройка, по-моему, еще кто-то. Ну, реально карта, как по мне, реально очень офигенная для бездоната. Ее здесь можно будет получить без доната. Поехали смотреть аккаунт. Так. Наконец-то мы добрались до немецкого бездоната. Богдан дал аккаунт на обзор. Спасибо ему за это. Я все никак не мог с обновой. Два дня вам пилю видосы. Так, он не состоит. Не состоит он в гильдии. Ну и ладно. В общем, смотрим на аккаунт. Аккаунт, ребят, без доната. То есть ноль. Ничего у него нету. Просто обычный аккаунт. Я не знаю, сколько он играет. Я у него спрошу. Поехали. Смотрим и просто офигеваем. Давайте не отсюда начнем. Давайте начнем отсюда. А потом посмотрим, как же все-таки прокачаны у него герои. Что у него есть. Роза донатная есть. Рунмастера, понятно, нету. Странно. Ну, Некроса тоже он соберет. А Мэри... Под вопросом, но думаю, тоже должен собрать все его силы, его героями фармить просто можно без проблем. Вольта он не получал, шапка-то понятно, Зефир есть, Ара нету, странно. Лисица этот, Свален, Барт, этой дамы холода нету, ну ее в принципе можно потом подтащить, Бугимен, но... Судя на вот этот вот алтарь, я могу сказать так, что оно и нафиг не надо. У него и так хватает героев. И опять же, идем посмотрим, что у него делается здесь. Еще одна Роза. Фрэнки есть. Так, смотрим, что у него собрано по героям интересного. Так, 12 осколков. Но у меня на Сардальке, по-моему, больше. 7 осколков Барда. Ну, такое. Мэри.
83 осколка. Вот, пожалуйста. И, соответственно, есть еще одни некоторые серваки, я вам тоже их покажу. Думаю, сегодня-завтра с топовыми плюхами, и вы тоже офигеете от этого. Пожалуйста, вот дуэлянта он тоже, в принципе, не проблема собрать. Мэри он с таким составом, с такими героями без проблем соберет. Я в этом больше чем уверен, так как сила у него 100, там сколько, 180 до 200к. Ему не проблема фармить третий этаж. Просто не проблема. Первый, второй и некроса он соберет. Просто кайф. Вот что я могу сказать на немецкий сервер. Я уже не один раз его хвалил, и реально здесь дофигища топовых плюх. Календарь тому доказание. Вот, ребят, пожалуйста, у него еще один зефир собирается. У меня тоже здесь зефир очень быстро собирается. И здесь очень классно падают осколки. Что еще надо, вот скажите. Да, барда проблемно собрать, но думаю, со временем соберет. Такс, что-то он не забрал плюхи. В общем, поехали смотреть, что у него делается в алтаре. Зефира он собрал пару дней назад. Даже сейчас скажу вам, сколько дней назад. И сейчас покажу вам его прокачку. Такс. Где-то мы с ним переписывались. Вот 16 февраля, 4 дня назад. Он получил зефира с акции «За нами героев». Я ее уже показывал, это уже не первый зефир, который я показываю. Вот он его прокачал. Ну, конечно, маску зря он прокачал, я думаю. Ну, в принципе, на его силе этого будет с головой хватать. Вот такая вот у него прокачка. Вот такие вот созвездия. Ну, вот вам, пожалуйста, бездонат на немке. Что еще хотеть, вот скажите. Я считаю, это реально бомба. 25-й прорыв. Понятно, он тут по линейке ничего толком не прокачает, потому что здесь надо всех героев хорошо прокачать, чтобы прокачать ему скилл. Пока 11-й, но 11-го скилла с головой хватит. Красавчик. Дальше, Фрейка. Со скином, здесь скины раздают, ребят, здесь скины дают. Один и второй скин, я забрал скин тоже. Вот у него 170 осколков, вот этот вот скин давали на халяву. Опять же в календаре. Кайф. Вот просто смотришь, хорошо, хоть не десятка. Тоже все герои, десятые прорывы, я смотрю, он прокачивает. Десятка. Ну, блин, более чем достаточно, я считаю, для нормальной, комфортной игры. Махатма, отлично. Роза, отлично. Купидон, отлично. Анубис. Блин, вот это вот реально живут люди на некоторых серваках, они как бомжи на русском сервере в ожидании чуда. Еще собрать огника, блин. Я больше чем уверен, что люди, которые перешли на немку за там 2-3-4 месяца игры, могут свободно, если они будут все время играть, собрать. То же самое на Тайване. На Айсе свои приколы сейчас начались. Там тоже офигенные акции на других серваках. Но русский сервер, как все говорят, по хардкору. Ну, тратить время на этот хардкор и сидеть, блин, в жопе и ныть потом. И либо смотреть, как другие нормально играют, в кайф проходят локации, а ты сидишь пару лет и не можешь собрать огника на бездонате, не говоря уже о всех остальных героях, то это о чем-то говорит. Ну а здесь вот явный показатель того, что сервак просто развивается. Да, многие говорят, что на немке играет мало народа, то есть очень мало людей играет. Возможно, это где-то плюс-минус так. Судя вот по этим акциям, да, мы уже сам собрали на Айсе, тоже пособирали ребята. Здесь еще не собрали, только два собрали, ну, три собрали, два не дособирали. То есть это показатель того, что здесь людей играет, ну, на порядок меньше, скажем так. Какой у него там топ? Ну, играет 1020 человек однозначно, 20-25 тысяч играет. Ну, куда спешить, вот реально, если посмотреть. Лучше играть на таком сервере, получать какие-то плюхи. Многие говорят, вот там немецкий язык. По сути, игра не отличается, что на Тайване играет, что здесь играть... Можно в кайф просто. Вот явный пример того, что без донаты могут свободно играть в кайф и не напрягаться по поводу каких-то героев и локаций. Так, что у него по подземках?
Семерку по-любому зафармил. Дошел до восьмой, восьмую еще не фармил. Нормально, что по волнам. А и волна, хотя уже Моха Джей даже думаю пройти с его героями. Ну, плюс-минус, конечно. Такс. Хочу еще посмотреть на... Вот это вот. Какого левела КБшка фармит, не фармит. 13 уровня. Ну, блин, кайф фармить такими героями. Зефир, блин, Огник, Фрея. Ну, Фрея то такое. Фрея, наверное, у многих есть. Но вот Зефир, Огник, Мэри тоже скоро будет. Что еще надо, вот скажите, для нормальной, комфортной игры на бездонате? Я считаю, что вот это вот... Таким вот образом должны развиваться все серваки, изначально должны были. То есть, чтобы постепенно, постепенно вы выпускаете каждую обнову какого-то героя, нового, 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 для донатов, понятно. Но и без донатов тоже надо чем-то подпитывать, подкармливать. Вот немецкий сервер это, в принципе, делает вполне то же самое на Тайване. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.